Всем привет! Вы на канале Pro Blockchain Media. В этом видео мы расскажем о том, как GTA Token совершает революцию в криптоигровой системе. Разработчики создали крутой кликер на гангста тематику, с помощью которого можно зарабатывать реальные деньги. Как именно? Сейчас расскажем. Подписывайтесь на наш канал. Если вы еще этого не сделали, ставьте лайк и жмите колокольчик. А мы начинаем. Сначала разберемся, что из себя представляет GTA. Это мем-токен на Arbitrum, который появился в феврале 2024 года и отлично показал себя на старте. Токен уже котируется, его можно купить на нескольких кекс. GTA токен торгуется на Bing X, MXS и SushiSwap. А в конце апреля 2024 года о листинге токена GTA объявила еще и биржа Bitmart. С момента появления токен сильно вырос. Всего за месяц цена увеличилась в 200 раз. Он стабильно удерживает топ-1 в категории лучших активов сети Arbitrum и на суше своп. Это говорит о доверии инвесторов и больших перспективах монеты. Максимальный торговый объем 1,3 миллиона долларов. Он наблюдается на торговой паре GTA USDT. Сейчас стоимость GTA-токен превышает 5 долларов, а по прогнозам к 2025 году перешагнет отметку в 25 долларов. Изначально токен GTA был выпущен как на Ethereum, так и на Arbitrum сети. Однако компания решила минимизировать комиссии для транзакций. И для этого все токены перенесли в Arbitrum. Сеть также поддерживает NFT. Так что экосистема токена связана и с этим рынком. У участников есть возможность покупать, коллекционировать и обменивать цифровые активы. Токен GTA также указан на авторитетной площадке CoinMarketCap. На сайте опубликовали технический документ и адрес контракта GTA Token. Это серьезный шаг в развитии проекта. Известность повысилась, а у инвесторов появились новые подтверждения достоверности GTA Token. Количество монет ограничено, их максимальное количество 10 миллионов. Это усиливает стабильность токена, предотвращает манипуляции рынком, потому что покупка и продажа монет ограничена. Смарт-контракт принадлежит крупной децентрализованной сети wormhole.com. Это гарантирует, что вносить изменения в систему не может ни команда GTA Token, ни другие лица. По словам команды, это сделали намеренно, чтобы устранить любые риски, связанные со смарт-контрактом. Особенность GTA в том, что это не просто очередной токен, это настоящий мост между криптоиндустрией и сферой видеоигр. Причем GTA рассчитан как на профессионалов, так и на новичков. Так что если вы недавно начали интересоваться сферой крипты, то это хороший шанс во всем разобраться и заработать. Дело в том, что с помощью токена GTA можно буквально делать деньги пальцем. Недавно компания выпустила кликер с возможностью зарабатывать. Все, что нужно, участвовать в боях, побеждать и при помощи собственных пальцев зарабатывать деньги. В конце каждого месяца игровые достижения конвертируются в GTA. У игры яркий и запоминающийся стиль и простой геймплей. Она сделана в гангста тематике. Команда вложила много усилий, чтобы визуал выглядел качественно и красиво. Персонажи, противники и фоны детально прорисованы. Анимация простая, но динамичная. Своего персонажа можно прокачивать, увеличивать энергию и урон, чтобы побеждать врагов было проще. В приложении есть таблица лидеров, где отображается рейтинг чемпионов и их награды, которые конвертируются в токены. У вас есть все шансы оказаться на вершине топа. Еще одна интересная фишка. Игрокам приходят бонусы за приглашенных друзей. Если ваш друг победит 15 врагов, то вы получите дополнительный процент к награде. Чтобы запустить игру и получить доступ ко всем возможностям приложения, вам нужно подключить Metamask кошелек. Это необходимо для того, чтобы безопасно использовать функции блокчейна через платформу GTA Token. При этом важно, что за вход в игру и другие действия с вас никто не потребует денег. Все платные функции покупки исключительно по желанию игрока. GTA Token стремится переосмыслить игровой опыт для энтузиастов во всем мире. Особое внимание уделяется сообществу. Разработчики создали закрытое комьюнити, где пользователи могут общаться в комфортной товарищеской атмосфере. А в четвертом квартале 2024 года GTA Token запустит еще один продукт ⁇ чемпионат GTA. У геймеров появится возможность участвовать в турнирах и соревнованиях. А победители чемпионата в качестве награды получат токены GTA. Разработчики считают, что их игровые проекты сделают криптовалюту GTA универсальным игровым мем-токеном. Монету можно будет использовать, чтобы участвовать в турнирах, получать призы, покупать и продавать внутриигровые предметы, создавать лиги и многое другое. Пора подвести итог. GTA Token ⁇ это новаторский проект, который объединяет сферы игр и технологии блокчейна. Токен предлагает уникальную платформу для геймеров и криптоэнтузиастов по всему миру. А с появлением их нового кликера вы можете наслаждаться простой и драйвовой игрой и параллельно зарабатывать. Буквально делать деньги пальцем. Если вы вместе с нами следите за GTA Token и их новыми проектами, тогда заглядывайте в описание, там будут все ссылки. Смотрите больше новостей на нашем YouTube-канале или читайте их в Telegram. Спасибо за просмотр. С вами был ProBlockchain Media.